преступное производство находилось на территории нефтебазы в Сафоновском районе. Железнодорожным транспортом туда поставляли газоконденсат, а автомобилям низкокачественное топливо, мазут и дистиллят. Преступники использовали специальную установку для переработки сырья. Так злоумышленники производили суррогатное топливо. Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов у организации, конечно, отсутствовала. Фальсификат сбывали через автозаправочные станции Смоленской области и соседних регионов. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 34 миллиона рублей. По выявленному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. В производственных помещениях и по местам жительства подозреваемых провели обыски. В операции участвовали сотрудники полиции и Росгвардии. Они изъяли предметы и документы, которые помогут в расследовании уголовного дела. Управляющий нефтебазы находится под подпиской о невыезде. Ирина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.